Утречка. Вот записывают же люди всякие обзоры. Ну, там, типа, слушают песни, да? Ну, записывают вот на видео свою реакцию. Каково им там. Угу. Впечатление с меня. Не знаю, конечно, насколько это искренне все. Лично я сомневаюсь очень сильно в искренности этих людей. Но это фигня. Хочу тоже поступить подобным образом. Полицезреть на свою реакцию. Но относительно фильма. Извините, жру. Но, как бы, сорян. Я херовый блогер. Вот. Давно оттягивала желание посмотреть фильм. Я реально до этого его никогда не смотрела. Можете думать, что я пижу. Но я его реально не смотрела. Я знаю, что там снимается Джим Керри. Я знаю, что там что-то какие-то сопли с сахаром. Печалька, любовь. Снова печалька. Короче, вечное сияние чистого разума. Настал тот момент, когда я прям чувствую, я готова, чтобы посмотреть это дерьмо. Может, и не дерьмо. И, собственно, впечатлиться от этого дерьма. Вот. Поехали. А, будут перерывы там, нарезочка, вся херня. Память у меня не резиновая на телефоне. Поехали. Какое-то унылое утро. Наверное, как и весь фильм в целом. Вот, пидорасы. Тачку помяли. Спасибо. Тактичный придурок. Об нахуй. Случайная мысль. Говно было. Начали дня Святого Валентина, 2004 год. Сегодня праздник, который придумали компании, производящие поздравительные открытки, чтобы заставить людей чувствовать себя паршиво. Сегодня я прогулял. Сел в поезд и уехал в Мальтук. Сам не знаю зачем. Я ведь не импульсивный человек. Ты так думаешь просто. Придурок, блин. Все от того, что утром я проснулся совершенно разбит. Страница вымыта. Не помню, чтобы я это делал. Ну да, ты же не импульсивный человек. Я за последние 2 года я решил что-то записать. И с психикой все классно. Я ему мусею, блин. Разочаровался в песке. Это всем лишь камешки. Я буду виду, я хочу кусок. Это хорошо. Она меня любила. А ты ее нет. Крутая бабца с синими волосами. Мы же алкоголичка, топчик. Мечта любого мужика. Почему я влюбляюсь в каждую женщину, которая проявляет ко мне интерес? А как же Наоми? Видимо, не в каждую. Красная угроза, желтая лихорадка. Что за музыка на заднем фоне, блин? Кто им название придумал? Привет, привет, скажи. Я обожаю делать глупости. Нелепый разговор, нелепая музыка. Он же говорит. Нет. Может быть, мне давать вот алкоголь в стаканчике в кафе? Сраная ты алкоголичка. Да, она же лопнула. Я пишу. Простите. Алкоголичка. Серьезно? Я тоже. Я вчера еще смотрю это говно.
дебильная музыка, мне не нравится. В духе ванильной мечты какой-то. Эпоха для мобильников, похоже. Ладно, хорошо. У нас можно была такая же хуйня со льдом, но только не ночью. И я была в роли этого унылого мужика. Заебись, блядь. Приехали. Она такая просыпается, блядь, где я? Что вообще происходит, нахуй? Она не хочет домой. Ну да, странный хуй. Понятно, что ничего не понятно. А что, блядь, такого? Хули ты доебался, блядь? Сосед какой-то уёбок, блядь. А это тоже нет, чтобы сказать прямо, нахуй ты лезешь в мою жизнь, отъебись, блядь. Да, проблема людей, что они не говорят прямо то, что они думают и чувствуют, блядь. А вдруг я его обижу, а он ведь сосед. Пошел нахуй, сосед. Друг наш дорогой. Ну вот, нащадила ледяную жопу. Да, я говорю при ребенке слово хуй, жопа, блять, какие слова я еще причекаю. Да вообще почти. Как там это называется? Куда ты лезешь? Нельзя туда лезть. Ну-ка не ам. У тебя вон каша, ам, иди кашу ем. Выйди, ты лапать. Ну-ка. Ну-ка, хорош. Ну, отстань. Не хихи, нифига. Не хихи, нифига. Аккуратно, не ударься. Ну, день сутка пошел. Так он же вроде в поезде с ней познакомился. Что за хрень? Шиза. Прям как в кабинете у стоматолога, блин. Вроде бы тебе не нравится все происходящее, а надо, да? Алкашка? Шоу! Ты застрял в 50-х! Да неужели? Алкашка! Ой! Блин, только 38 минут. Еще целый час этой тягомотины. Я извиняюсь, но я, блядь, я перематываю, нахуй. Так, вот он уехал. Поцарапал машину. О, как. Сейчас пиво прольют полюбасы. Что? Это же не я взял чистые. Хватит. Я не хочу слышать этот бред. Они были чистые. Что? Ты что? Плавно. Надо заработать. Да, хорошо. Пойдем. Это прикольно. Я протрусь. Фетишизм. Ты, наверное, такой интересный. Я хочу узнать тебя. А чувак пустой. Там ничего нет. 19 ноября 2003. Разочарование. Фильм просто про то, как два чувака ебут мозг друг другу, будучи в отношениях. Как будто мне этого в жизни, блядь. Интересно, они начнут при нем трахаться? Вот интересно, осознаем ли мы в моменте, когда мы счастливы, то, что мы счастливы? Или до нас потом доходит? Я
А меня ни разу не спалили в детстве. Ох. Вы ёбнутые, блядь. Малолетние ублюдки. Стоп, стоп, я не проникаюсь. Нет, нет, нет. Чертов юмор в отношениях. Что? Стирал. Не думай обо мне. Вот сейчас меня прорвет, блядь. Уже не в первый раз. Прости, приходила пройти через эту процедуру. Забыть то, что случилось. Оставить все в прошлом. Я... А теперь мне нужно закончить работу. Уже почти утро. Ни одна Сабин может стрелять на камеру. Да, вот линия с Кирстен Данст меня прям пробрала, конечно. Что как бы на этих что-то вообще насрать, блин. А вот ее вот эта тема, что она уже потертая, хер вот тучу раз, потертая баба. Что-то прям, да, видать, близко. Так, сейчас она разнищнет. Лирика пошла. Просто девушка-алкашка. Прекрасно. Мне кажется, фильм с этого момента начинался, только музыка была еще дебильная. Да? Да. Дебильная песня. Мне не нравится. Уит. Дублирован. Объединить газу компании. Конец. Ну, собственно, что я и ожидала? Сопли с сахаром. Ну, здорово, конечно, сопли. Ай. Кирстен жалко, блин, прям вот жалко реально. Не знаю. И прям
прониклась. А эти как-то... Ну, мудаки. Не знаю. Вот живут люди, делают друг другу больно. А потом не знают, как с этой болью справиться. И ебошат друг друга. Наверное, тут только одно правило надо запомнить. Как бы не было больно, не ебошь никого. Вот тебе и вся мысль.